Представляю соперников и первым бойца в синем углу. Introducing to you first fighting out of the blue corner. Бойцу 36 лет. Его рост 177 сантиметров, а вес 65,95 килограмма. Его профессиональный рекорд 22 победы, 6 поражений. Ladies and gentlemen, he's 36 years old. He stands 177 centimeters tall, official weight 65.95 kilograms. His professional record, 22 victories and 6 defeats. Representing Manaus, Amazonas, Brazil, here is Marcos Marrazo Rodriguez. И его соперник в красном углу. His opponent fighting under the red corner. Бойцу 29 лет, рост 167 сантиметров, вес 66,2 килограмма, профессиональный рекорд 8 побед и только одно поражение. Ladies and gentlemen, he's 29 years old, he stands 167 centimeters tall, official weight 66.2 kilograms. His professional record, 8 victories and only 1 defeat. Дамы и господа, он из Москвы, Россия, приветствуйте, Глеб Хабибулин. Рефери Дмитрий Фалуевич. Дмитрий Валуевич рассудит Глеба Хабибулина и Маркоса Родригеса. Статистика была на ваших экранах. Итак, смотрим. Начинается эта встреча. Да, роскошная, конечно, шевелюра и борода у Маркоса Родригеса. Двигается он в направлении Чарльза Оливейры в этом смысле. Ну а Глеб Хабибулин, скорее всего, начнет прессинговать с самого начала. Дмитрий Бикрев у него в углу. Известнейший наш российский боец. Ну и Арена Копян, конечно. Пока все без ударов. Чуть повыше Маркос. Глеб присматривается. Да, думаю, тут все-таки будет некий взрыв. Потому что есть антропометрическое преимущество у Родригеса. Здесь нужно быть действительно аккуратным и очень опасен. Посмотрите, что делает с ближней ногой Маркос. Неплохие сайд-кеки. Выглядит он довольно свежо в начале этого поединка. Тем не менее, Хабибулин продолжает свой прессинг и поиск нужной для себя дистанции. Еще один фронт-кик от Маркоса. Да, сначала у нас бои доходили до решения, а потом просто полетели нокауты и удушающие приемы, как из рога изобилия. Внутренний лоу-кик не получается. Пытается достать Хабибулин. Запрыгнуть в уходящий пояс, будто бы вот этой левой рукой навстречу. Очень опасно может пробить Родригес. Дистанция – это его конек, это его козырь в данном случае. По-прежнему из левши атакует Маркос. Полторы минуты позади, хай-кик попробовал. С реакцией все в порядке у Глеба. И правый прямой. Еще раз напоминаю, это второй бой Глеба Хабибулина в ACA. Первым выиграл у Довлатманда Чупонова. Сегодня бразилец. Хороший удар по корпусу. Попытался найти селезенку там Хабибулин. Еще давление от Глеба. Сбивает он этот джеб. И оверхенд забрасывает. Такой едва видимый. Видимый-невидимый. Понемногу увеличивает все-таки давление и в целом темп Хабибулин. Неплохой джеб, и здесь же лоу-кик. Кажется, проблемы с левой ногой могут начаться у бразильского бойца. Стал чуть больше он застаиваться. Ух ты, как неудачно падает Родригес, но все в порядке. А вот здесь уже чисто в голову. И большие проблемы у Маркоса. Он не в порядке, но на самом деле это был по факту нокдаун. Глеб может просто вырубить бразильца. Вопрос, когда это случится. Еще одна атака. Да, там однозначно был эффект макаронных ног у бразильского бойца. И до сих пор ему не очень хорошо. Две минуты есть еще в первом раунде. И вот эта игра в размахайку может очень плохо закончиться для Маркоса. Он пытается зайти в борьбу.
По корпусу достал, но не подхватил ногу Глеб Хабибулин. По ближней, плотно. Еще один лоу-кик. Очень аккуратно разбирает Хабибулина оппонента. Хороший галф-кик туда, под икроножную мышцу. Стойку при этом не меняет Маркос Родригес. Ударом ногами 10-3, кстати, в пользу бразильца. Но понятно, что общее преимущество на стороне Хабибулина. Хорошо поджимает Глеб. И нет, здесь не дошло дело до удара. Застыли, застыли буквально на несколько мгновений. Ищет возможность Глеб. И вот у кого нервы крепче будто, да? Да, здесь тоже ничего не было. И Супермен Панч постарался пробить Маркос Родригес. И рассек, еще одна атака. И рассек, кстати, бровь. Там, по-моему, проблемы у Глеба. Очередной галф-кик был. И продолжается эта охота. Даже не охота, а рыбалка. Потому что именно этот вид досуга предпочитает Глеб Хабибулин. Ну да, здесь ловит на живца, в общем-то, сам подходит близко и пытается молниеносно отреагировать, вот как сейчас. Хорошая двойка. 20 секунд, и появляются все шансы у этой встречи зайти как минимум в раунд под номером 2. Ух. С разножки атакой мимо, боковой. Здесь очень плотно мог Хабибулин наказать за вот этот рывок Маркоса Родригеса. Итак, впереди второй раунд. Глеб Хабибулин против Маркоса Родригеса. Первый остался однозначно за Глебом. Выстоял в одном из моментов Маркос, пусть и с большим трудом. Сразу же лоу-кики полетели по той самой многострадальной ноге бразильского бойца. Ладно, ух ты, дважды, причем еще в одно и то же место. И опять жестко размениваются на короткой и средней дистанции. Финтит со стойкой, но все чаще работает по-прежнему в левосторонний Маркос. И что так у нас смещение Глеб Хабибулин. И еще один удар. И вот здесь, но не спешит. Не спешит лететь Хабибулин. Не первый раз показывает такое джентльменское поведение. Боец из Оренбургской области. В первом раунде тоже поехала нога, но не ринулся Глеб вперед, да и вообще бороться он не хочет. А очень спокойно пытается разбить по совокупности, заставить капитулировать, прочувствовать тот момент, что тяжеловато приходится Родригесу. Но пока Маркос демонстрирует очень большую стойкость и какой хай-кик опасный. А неплохо его скрыл Маркос Родригес. Пытается на оттяжке работать бразильский боец. Да, у него есть преимущество и в размахе, и в росте. И как раз эпизодически он его реализует. Полтора минуты позади, пока здесь ровный раунд. И бразилец выглядит неплохо. Глебу необходимо наращивать темп. Ух, хорошо попал и отскочил вовремя Хабибулин. Эти лоу-кики не чувствует Маркос. Корпус. Еще разок.
умело меняет уровни своих атак Хабибулин. И будет ли удар в голову? Прям запер здесь Маркоса. Пытается он отстреливаться джебами. Публика требует досрочного финиша. Пытается джебом дотянуться, но тут же получает в ответ хороший размашистый правый боковой от Хабибулина. Комбинация. Оу, вот здесь здорово. 30 на 17 по ударам в пользу Глеба. К этой секунде встреча у нас уже перевалила за экватор. С правосторонней идет вперед бразилец. Глеб побыстрее по-прежнему. Вот да, неплохой джеб был. Да, джеб он уже стал вот этот сбивать от Родригеса. Работает на уклоне. Удар по корпусу. Прям пытается усыпить бдительность. Понятно, Маркос. Хороший плотный удар получился у Хабибулина по корпусу. Хорошо. Как только попадает как следует Глеб Хабибулин, сразу же начинаются какие-то театральные па в исполнении бразильца. Ну, конечно. Нужно же показать, что ты вроде бы не потрясен, а на самом деле прилетело достаточно ощутимо. Попытка зайти в борьбу, которая, естественно, не увенчалась успехом. Очень важно Глебу работать в комфортном, в нужном для себя темпе. Излишне не тратиться. Да, Хабибулин, как мне кажется, это очень большое приобретение для Лиги ЕСЕИ, сейчас который потихонечку вот так пожирает Маркоса Родригеса, на мой взгляд, понемногу, съедая все больше и больше преимущества в этом поединке. Ну и, как говорили, зачем покупать другой промоушен, когда можно оттуда просто забрать лучших бойцов. Это касается и Асатряна, и Глеба Хабибулина. Может быть, коснется еще кого-то. Опасный хайкик слева. Родригес, сколько бы не пропустил, все равно очень-очень здорово может всадить с левой. Особенно вот, да, из левши. Здесь по защите. Последние 30 секунд, уже даже меньше в этом втором раунде. В начале раунда неплохо выглядел Маркос. Затем инициатива перешла к Глебу. Но этот раунд получился ровнее первого, совершенно точно. Опять комбинация неплохая. Быстрые руки Хабибулина, и достал он все-таки до головы. По углам разошлись, но в данном случае в свой плюхнулся просто Родригес, а вот Хабибулин даже пока и не думает садиться в целом. Такая разница в кондициях. Ну и плюс поднаелся от ударов, безусловно, Родригес, поэтому и присесть хочется. Смотрим повторы. Вот, да, здесь особенно хорошо с левой достал Хабибулин. Ну и вообще у него очень стремительные атаки. Опять же, в скорости Глеб по ходу этой встречи превосходит оппонента. Итак, третий заключительный раунд. Хабибулин против Родригеса. Вот какие финты, какие обманки. Сколько движений рук. Ух ты! Неплохо. Гонят трибуны Глеба Хабибулина. Постоянно угрожает ударами ногой. Ногами, конечно же. Маркос Родригес. Двойка от Хабибулина. Да, едва не дотянулся, а вот здесь может быть. По корпусу. Ну и все сложнее и сложнее становится обороняться Маркосу. Вот уже джеб силовой прилетел. Вроде бы бьет, но как-то все пока в
молоко от бразильца. Но при этом видно, что у Маркоса довольно интересная ударная техника. Здесь постарался он придумать тейкдаун навстречу. Здесь не вышло. Хватает спину соперника. Глеб Хабибулин здесь разворачивается. Что еще один заход в борьбу. Просто физически уступает Маркос Родригес Глебу. Однако же, как он уцепился за эту борьбу и по сей момент не отпускает. Есть задача у него перевести, оказаться сверху и попытаться задоминировать в этом аспекте. Но и еще раз но. Вы все сами видели. Уже неплохо на уклоне от Маркоса. Да, старается двигаться и финтить нестандартным образом Маркос Родригес. Но получается у него это не очень, прямо скажем. По корпусу с правой. Давление от Хабибулина. Все очень хочется ему, конечно, попасть разочек, тряхнуть хорошим прямым или боковым ударом в бороду Маркоса Родригеса. Ну и необходимую работу по корпусу тоже проделывает. Глеб Хабибулин уже 63 на 27. Это суммарно по всему поединку. Пока этот отрезок получается самым сухим. Вот здесь. На подскоке здорово, но Маркос держит удар. Корпус здорово. Можно отметить, что у Маркоса сегодня вообще не прошла борьба. Стойкий он много чего показывал и по-разному угрожал. Но в целом все-таки пальма первенства здесь была за Глебом. Опять же, с точки зрения скорости в первую очередь. Ну не так просто, конечно, попасть по Родригесу. И постоянно нужно сохранять максимальную концентрацию. Да, успел поднять правую руку. Все-таки защищался Хабибулин от того самого хайкика. Попытка прессинговать вновь от Хабибулина. Серия там что-то по блоку, что-то прилетело менее акцентировано, что-то более. А, кстати говоря, вот манера ведения боев Дмитрия Бекрёва прослеживается в действиях Глеба Хабибулина. Жесткость ты имеешь в виду? Да, но опять же, Дмитрий все время работает стойки на ближней и средней дистанции, очень хорошо работает в челноке. Все эти качества есть у Глеба. Менее минуты до завершения всего поединка в целом. Теоретически какие-то шансы остаются в целом на победу Маркоса Родригеса. Ну, наверное, здесь все-таки задоминирует Хабибулин, который продолжает идти вперед и продолжает напрягать вот так в прямом смысле слова. Оппонент и навстречу бьет великолепно. И еще одна атака. Там уже вкладывается на все 100%. Глеб Хабибулин силы не экономит. Полминуты. Можно и рискнуть. Не достает. Глеб. Все сложнее и сложнее Хабибулину сближаться с оппонентом. А справа получше. Получилось, и есть там определенные проблемы с носом. Ой-ой-ой! У Хабибулина с раздушки была атака, но по защите. Тем не менее, этот удар все-таки доставил определенные неудобства Хабибулину. С колена сперва достал Родригес и едва-едва не совершил вот в этом смысле апсет. Ждем судейский вердикт. А суммарно по бою Глеб выглядел получше, поэнергичнее. При этом бразилец действительно не подарок. Thank you.
Итак, бойцы на середине. Вот он, сектор северного человека, который активно поддерживал Глеба. По завершении поединка все пять судей одинаково оценили этот бой. 30-27. Ladies and gentlemen, at the end of action, all five judges are in agreement, scoring the same 30-27. Таким образом, единогласным решением победу одержал all in favor of the winner by unanimous decision, Глеб Хабибулин! Глеб Хабибулин выигрывает сегодня, вторая победа в ИСЕ, девятая вообще в качестве бойца смешанного стиля, профессионального бойца. Обязательно глоток воды. Поздравляю тебя с победой. Какие эмоции? Всем добрый вечер. Ну, эмоции такие, что-то, блин. Ну, не получилось. Мне не понравился бой. Что не получилось, как ты считаешь? Ведь соперник достаточно крепкий парень. Ну, не попал, блин. Вот и не нравится. А очень хотелось, я понимаю. При этом у него несколько серьезных побед, и это крепкий парень. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы далее? Планы? Ну, найти с кем встретить Новый год или где. Так что, планы? Ну, я думаю, что я не сильно пострадал. Весной вы меня увидите, наверное. Ну, не так рано, но я хочу быть задействованным бойцом. Крутые соперники мне позволяют развиваться, не стоять на месте, показывают мои изъяны. Ну, давайте так, и мой изъян, я и так мелковат, 66, весь мой изъян. Ну и в этом мое преимущество, на самом деле. Так что будем дальше уверенно идти к победам. Имя есть ли оппонента, который тебе было бы интересно? Да выше меня посмотрите, там что не оппоненту, потенциальный нокаут там, досрочное завершение в любую сторону. А можно пару слов? Так, друзья, еще раз всем добрый вечер. Хотел бы поблагодарить команду «Николай Тим» в лице Максима Евгеньевича Каганского, клуба «Груша», пацанам, то, что вы меня бьете, ну, точнее, я вас, даете мне развиваться. Достаточно два месяца эти были эмоциональными. Я считаю, что я подрос как человек, как спортсмен, вышел на новый уровень. Менеджмент «Гагарин» хотел бы также поблагодарить. Александр Михайлович «Винопал», что всегда рядом, помогает. Компания «Баурекс» очень... Люди много вкладываются, да, в меня это... Я и так раньше пахал, так сказать, на своем энтузиазме. Они мне позволяют развиваться. И тем, кто приехал из других городов ко мне, благодарю. Северную трибуну, русскую трибуну. От души, пацаны. Вы делаете праздник каждый раз. И хотел бы на 3-4 всеми так полюбившуюся кричалку зарядить. Так что, ну вы поняли, давай 3-4. Русские вперед! Русские вперед! Красавцы, парни, спасибо! Ваши аплодисменты, Глеб Хабибулин!